Добро пожаловать в яркий мир игрушек компании Полесье. И мы снова рады приветствовать вас на YouTube-канале. Сегодня поговорим о детском наборе, который поможет воспитать юного садовника. Специалисты советуют, детям нужно чаще играть на свежем воздухе. А на фабрике Полесье знают, как сделать прогулку интересной и познавательной. С набором садовник малыш проведет время на природе не только весело, но и с пользой. В основе игрушки тележка для инвентаря. Она имеет удобную ручку и три ниши для хранения инструментов сверху и снизу. Обратите внимание, все углы имеют сглаженную форму, поэтому игрушка безопасна для ребенка. Тележка на колесах, так что ее легко можно перемещать как коляску. Садовые принадлежности набора расположены максимально компактно. В комплект входят садовая лопатка, грабельки, совочек для посадки цветов и лейка. Предусмотрены три ярких, разных по размеру цветочных горшка. В них можно посадить живые растения и ухаживать за ними, как это делает настоящий садовник. Яркий и компактный набор разнообразит игру малыша на свежем воздухе и станет хорошим практическим пособием. Ведь именно через игру ребенка легче приучить к труду и привить любовь к природе. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и, конечно, воспитывайте ваших детей вместе с компанией «Полесье».